Анастасия Телятникова – участница сразу нескольких проектов госкорпорации «Росатом», направленных на поддержку талантливых детей. Успешная, общительная и целеустремленная. Учащаяся 225-й школы – активистка большой дружной команды школы «Росатома». Я принимала участие во многих проектах, но также одним из них был «Атом ТВ», где я была волонтером. Что меня сподвигло вообще на волонтерство? Общение с новыми людьми, интересные мероприятия. Узнаешь больше, это всегда очень занимательно, очень интересно. Не только участники, но и активные помощники. В Заречном наградили волонтеров проектов «Школы Росатома», которые помогали в проведении различных городских мероприятий. Именно вы помогаете и учителям, и организаторам проводить стажировки в образовательных организациях. Именно вы в этом году помогали учителям участвовать в конкурсе профессионального мастерства, конкурс педагогических команд. Вы проводили Art Atom City, это фестиваль юных художников, фестиваль тележурналистов Atom TV, футбол для дошколят 5+. И везде без вашей помощи мы бы, возможно, не справились так хорошо. Их лица уже узнаваемы в городе. Школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования в течение 2 лет приходили на помощь педагогам. 25 ребят в возрасте от 10 до 18 лет становились организаторами значимых городских событий в рамках проекта «Школа Росатома». Я с большой гордостью называю вас своими коллегами, потому что вы в каждом проекте заняты настолько глубоко, настолько правильно понимаете основные задачи проектов, всех, которые мы проводим. У вас много идей. Я каждого знаю лично и знаю, какие проекты вы вели, где вы участвовали. Я этим несказанно горжусь. Хочу отметить вашу самую главную черту. Вы доводите дело до конца. Подарки и благодарственные письма от госкорпорации «Росатом» юные зареченские волонтеры получали под громкие аплодисменты своих коллег. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».